Заказчики глобализации тогда кто? Если взять, что это очень сильно растянуто по времени, получается, что это что-то такое не очень человекообразное. Что-то живет, которое Ну, очень долгое. тут вопрос в том, живет долго или контролирует процесс реинкарнации, либо освоили технологии интеграции памяти ранее живших в свою собственную память, помимо процесса инкарнации. То есть, получается, там ребенок загружает в себя память бабушек, дедушек. Не обязательно бабушек-дедушек, а конкретных людей, которые обладали определенными социальными функциями вне публичной иерархии. Когда это загружено, ему говорят: «О, да ты это самое в прошлой жизни был верховным жрецом там-то, там-то». Ну, дальше встает вопрос только о том, сатана – выдумка людей или действительно субъект, который существует и действует от времен сотворения мира, планеты. На этот вопрос каждый отвечает по-своему, но этот вопрос тоже имеет отношение к тому, как протекает глобализация и возможны ли альтернативы. В разных вероучениях на этот вопрос отвечают Быстрее, быстрее! Мы теряем его! Он хорошо сражался. Истинно злобное человеческое существо. Из него получится хороший носитель. Второй Вак? Нет, у нас нет на это времени. Хватит и одного. Божественная тень, вы должны произвести поцелуй. Божественная тень, поцелуй. Мы служим тебе, божественный предок.
божественная тень, да будет долгим и спокойным твое правление. Божественные предки, я благодарю вас за ваш дар, за сделанный выбор. Я буду служить порядку, я буду служить вам, и я буду служить себе. Божественная тень, сегодня черный день для еретиков и неверных во всей нашей Вселенной. Скоро Лекс окончательно вырастет, и вы сможете отослать его в путешествие, неся разрушение всем тем, кто будет противостоять Лиге 20 тысяч. Как мы узнаем, какие планеты будут укрывать врагов порядком? Какие планеты будут отобраны для уничтожения? Это будет вашей задачей. В таком случае я уже выполнил свою задачу. Я решил уничтожить все планеты. Это не входило в наш план. Божественные предки, я создан из вас. Но мозг моего носителя был не полностью очищен, поэтому частично я состою и из него. Я выберу собственный путь и буду сам управлять и командовать Лексом в ходе миссии уничтожения. Но как же пророчество? Я не могу терпеть ваши древние предрассудки. Брунен-Джи вымерли более 2000 лет назад. Божественный тень имеет право покинуть созвездие только в случае великой опасности. Нам нужна сила друг друга. Я согласен с вами, божественные предки. Я не рискну порвать с вашей мудростью и направляющей рукой, ибо вы присоединитесь ко мне в моем походе.